будет, мы сейчас с вами начинаем наблюдать. Сегодня гостевые болельщики будут себя вести, возможно, громче хозяйских. Я имею в виду именно по поведению болельщиков. Была короткая посадка, после чего самолет Нисак 29-й Гарри Магуайр, 5-й Скотт Мактомин и 39-й Фред. 73-й Страхиня Павлович. Номер 9. В общем-то, это тот состав, который возглавляет «Партизан». Улигунер Сульшер по-прежнему свой дебютный гол за «Юнайтед». Ну и еще, конечно же, не Дехея, а Ромеро. А до последнего тура чемпионата Англии у Сута на самом деле никакого исправления. Литеры «Л». Так, Магуайр здесь играет с огнем. Атака Решфорд. Здорово. 1-1. Выход Марсиаль. Но Марсиаль действительно его возвращение. Разберемся. Это удар. Развивать эту атаку. Момент. Удар поворотом. Полметра положение вне игры. Обмен любезностями. Ван Бисака. Прострел. Удар. Удивительный промах Маркуса. Трибуны Олд Траффорда сейчас. Глаза Оле Гуннар Сульшер. Штрафной площади. Останавливает. Прострел. Красиво разыграно. Ловко обнаружил. В лучшем тонусе, но здесь разобрался и партнера нашел. Всего лишь один удар в ворот Манчестер Юнайтед. За Белграда была лучше, чем у «Партизана». 14 брать, побороться наверху. Подача на дальнюю штангу. Но оставил мяч для своей команды. Продолжается атака. И все о умении быстро организовать некий исторический контекст обстановки, когда тебя все время ждут чего-то. Именно сам Юнайтед. Самое интересное, чем закончится. Это фол. В не самом лучшем температурном режиме. Еще одна серьезная у Решфорда. И попасть. 20. Длинный пас. Первоначально за кадром. Вот борьба наверху. Ван Бисак. Садик Умар. По-моему, ничего криминального там не было. Включает скорость. Пас. Здорово. Гринвуд. Ну, Решфорд, раз самому не удается попадать в створ, так от... Офсайд только у Маты. Он пассивный. От форварда. Здесь тоже на паузе. Сейчас эту атаку сузили мастерски. В нем только два клуба не пропускали. Здорово! Плохой вынос был, и есть возможность удваивать счет. И гол с игры. Этот эпизод, точнее как, он находился... Ну и Грин вот молодец, который пошел до конца. Это, по сути, дальше уже делать я. И третьим в цейтноте из Монако Манчестер говорили, что это новый... Еще один шанс! Селся в Кубке Лиги. Но это было точно нелегко. Но вот болельщики Юнайтед... Хороший перевод. Скидка под удар. Как тяжело даются победы и голы. Провел перерыв. Услышал. Ну и Мата прекрасен. И Янг, который вот так... Выстрела в первом тайме и...